Леонид, здравствуйте. Добрый вечер. Леонид, у меня такой вопрос. Вот вы когда записываете конференцию, вы должны потом ее куда-то выкладывать, или она уже там где-то на серверах за Вы знаете, за... да, кстати говоря, она записывается на локальный компьютер. Вот, ага, И и потом... надо выложить будет прошлую и сегодняшнюю. А как это делать? То есть я Это мне когда... надо будет выложить в YouTube, я забыл. В YouTube? Да. Ой. То есть это какая-то там сложная, да, Нет, процедура? ничего сложного. Я выложу и разошлю в нашу группу линк, чтобы можно было просмотреть. Это абсолютно стандартная практика. Так, я вижу здесь ребят уже. Так вот, Матвей Беляев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не забыли, что вам надо описать свои планы и... Да, да, я помню. Я как раз на следующей неделе, я там определяюсь. Значит, вот сегодня вы, если там по теме финансовой математики хотите делать работу, то надо тогда Леониду Альбертовичу сообщить об этом. Может быть, он вам как-то задачу прямо сразу может поставить. Так, Игорь Блажевич, то же самое. Вот и Георгий Гурский, Кирилл Масеевич. А Дмитрий кто? Фамилию? Вы там напишите вашу фамилию. Дмитрий. А то я не знаю, кто вы. А Дмитрий, наверное, Чехонин. Там есть возможность фамилию вашу писать. Вы, пожалуйста, пишите. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Вот как приятно. Михаил Васильевич, у вас что-то телефон не работает. Там я вам звонил. Вот что-то. Так, Николай Тронец. А, Николай, подождите, вы в какой области-то хотите? Вы же на безопасность поступали, да? Кстати, я хотел бы напомнить, мы договорились с коллегами, что все, кто хотят делать работы по финансовой математике, они останутся после этой встречи, и мы будем обсуждать задачи. Хорошо, я тоже останусь, тоже буду обсуждать. Но уже пора определяться, значит, ребята, напишите все ваши планы, то есть вот там ребята слишком коротко написали про себя. Вот Антон Павлюков совсем мало написал там и другие. Вот. Нужны именно детальные планы, вот как вы видите, этапы. Да? То есть вот у вас цель, например, построить алгоритм машинного обучения для предсказания каких-то временных рядов. Значит, модель, да, какая у вас, это все там надо написать, допустим. И, да. Кстати... Очень-очень-очень все НКР... То есть все предложения при рассмотрении тем для курсовых работ в первую очередь посмотреть те темы, которые предложил T-Digital. Ага, да-да. Там это... у нас презентация, там у нас много интересных и полезных тем. То есть это реально актуальные темы, которые принесут пользу и тем, кто выполнит курсовую работу, и финансовой математике в целом. То есть, может быть, у вас работа получится, которая имеет коммерческий эффект, тогда вам просто деньги заплатят. Конечно. Это абсолютно реальные индустриальные задачи. И имеющие также научное значение. То есть у вас получится курсовая работа, публикация и коммерческий эффект. Да. Так что давайте вот вы сейчас... смотрите презентацию Давида. А Давид будет сегодня, кстати? Да. Что-то его нет пока. Вот, прям чтобы к сегодняшнему концу дня у вас уже должна быть ясность по задаче. То есть, ребята, вы не представляете, насколько некомфортно, вот если вы вот с самого начала не определитесь, вот как в прошлом году у нас было, все в каком-то абстрактном состоянии пребывали, а потом... наступила весна, и у некоторых просто состояние обиды. Как же так? Еще ничего не определено, а с меня уже что-то требует. Весной поздно будет, да. Весной паника будет. Весной нет, ну то есть от паники там какие-то придумывают формы, типа там обзор написать. Ребята, обзор это только на третьем курсе, то в виде исключения. Вот я как бы вот сказал в прошлом году, что если совсем ничего не получается, то напишите хотя бы то, что вы изучали в виде обзора. Вот. Но вообще это не совсем... Это очень-очень нежелательно. Да, нужна именно решенная задача. То есть какая-нибудь доказанная теорема. Вот, давайте вам, значит, готовы сейчас.
Теорема, алгоритм, метод, результаты, полученные при анализе реальных данных финансового рынка. Вот это вот, вот очень интересно. Михаил Васильевич Козлов, вот я хочу уточнить. Пятерка ставится за курсовую только если там новый математический результат получен. Михаил Васильевич, вот, по-моему, нас не слышит, или микрофон не включен. Или услышит, но не может ничего сказать. Ну, у меня по телефону, Михаил Васильевич, если позвоните, то... Так, ну что, Дмитрий так не написал, как его фамилия. Так вот, Глеб Орлов, вы первый раз появились здесь, Глеб? Здравствуйте, нет, я кроме одного занятия пришел. Ага. Так, ну я вам повторю, что я уже сказал всем остальным. Значит, уже вот хотелось бы, чтобы к концу этого дня у вас была ясность по задаче. После вот занятия Леонид Альбертович и Давид останутся для консультации по задачам, если вы хотите с финансовой математикой их связать. Вот, ну, значит, надо вам написать вот свою задачу в тот блок, который я вам назвал вот в письме. Антон Рогушев. Хорошо. Что? Так, это кто сказал? Так. Значит, давайте заполняйте все ваши блоги. Так, а время у нас 33 минуты уже. Вот, Глеб Уткин. А вот я, значит, хочу вам еще объявить, что у нас, значит, возникла такая новая идея. Значит, создание обучающего портала, который я хочу вот, значит, для программы Леонида Альбертовича приспособить. То есть Леонид Альбертович выступил с магистерской программой, которая, скорее всего, будет тут утверждена. Вот, и когда он станет сотрудником, то это будет его магистерская программа. Вот, она уникальная вообще в мире. И вот вы знаете, да, что со всего мира хотят в МГУ учиться люди, и вот у нас проблема, что нету хорошей системы дистанционного образования. И вот мы решили сделать такую систему с ребятами. Антон Павлюков является руководителем этого проекта. Значит, вот существующие системы дистанционного образования, они жесткие. То есть вот за один курс, там материал стандартный, один и тот же, вот, независимо от того, кто его будет проходить. Вот. А иногда требуется тонкая настройка. Вот если кто-то работал репетиторами, те знают, что когда перед вами сидит ученик, вы сначала его изучаете. То есть понимаете, как ему лучше рассказывать с подробностями, с иллюстрациями, или наоборот, все предельно четко. Вот. То же самое надо сделать, построить систему, чтобы она курс компоновала из каких-то элементарных модулей, в зависимости от того, что за ученик его проходит. Вот. И не каждому ученику нужны знания в полном объеме. Например, кому-то нужно СВД-разложение матриц, вот, а линейную алгебру целиком проходить ни к чему. То есть он формулирует свои потребности, и система автоматически компонует ему из модулей тот курс, который для него наиболее подходящий. И попутно при прохождении курса она его тестирует. Если выясняется, что что-то он усваивает плохо, то она тогда перекомпоновывает, то есть заменяет одни модули на другие, которые объясняют то же самое, только в другой манере. Вот, надо это очень важно делать. Это вот когда преподаватели, значит, что-то преподают, да, вот что-то объясняют, не понимают народ. Там какой-то пример рассмотрели, все сразу все поняли. Вот, вот давайте присоединяйтесь, кто хочет. Значит, вот там уже такая команда создалась в виде Антона Павлюкова. Значит, так. Здесь нету что-то других участников. Вот Глеб Уткин. Я так не понял, Глеб Уткин. Вот вы выберете себе основную задачу. Вот и вот вы тоже в этом проекте участвуете, но так вот факультативно для вас, да? Так, тут еще что-то больше не вижу. Ну, там вот еще участвует Белялов Дамир, кажется, зовут. Вот потом. В общем, еще несколько человек, 6 человек там сейчас. Здравствуйте, да. Кстати, Давид, очень приятно. Так. Добрый вечер. Ну что, ну давайте начнем тогда. Значит, еще раз, кто присоединился только что, еще раз напоминаю, зайдите все на сайт, который Антон Павлюков создал, и напишите в блоге про себя, желательно поподробнее, ваши планы вот, по поводу задачи на год. То есть,
Если это по финансовой математике, то так и пишите. Если что-то не ясно, прямо вот сегодня после занятий можно дополнительно согласовать с Лениным Альбертовичем и Давидом. Но к концу дня уже у всех должна быть ясность, что вы будете делать в своей курсовой работе. Так, Михаил Васильевич Козлов как настроился. Там, я вижу, микрофон уже есть. Михаил Васильевич, вы слышите нас? Нет, к сожалению, что-то проблема. Хорошо, Леонид, я вам передаю управление, так сказать, семинаром. Давайте. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Сегодня мы приступаем к изучению простейшего и, тем не менее, очень полезного случайного процесса, который лежит в основе всей финансовой математики. Это Brownian motion, брауновское движение. У нас семинар состоит из двух частей. Вначале Георгий Егорский расскажет нам про основы построения брауновского движения и его свойства. И после этого, во второй половине семинара, мы с вами порешаем задачи, я вам расскажу, на применение брауновского движения к уже, может быть, и не столь тривиальным задачам финансовой математики. Хоть вроде бы процесс самый-самый базовый building block, который имеет место в, ну, фактически, самый простой случайный процесс в непрерывном времени нетривиальный, а оказывается, что у него есть уже прямые и довольно интересные применения в финансовой математике, которые мы с вами рассмотрим. Ну, вначале просто немного истории. Брауновское движение как случайный процесс, видимо, впервые появился в диссертации Луи Бошелье. Я о нем рассказывал на самом нашем первом семинаре в 1900 году. Он был PhD-студентом Анри Пуанкаре. Его диссертация называлась «Математическая теория спекуляции». Он впервые, спекуляция это и есть quantitative finance в терминологии того времени, он впервые рассмотрел задачу о ценообразовании опционов, сделал это таким методом, которым сейчас мы уже не пользуемся, и мы с вами потом увидим, что метод Бошелье и вообще весь подход Бошелье не очень хороший во многих отношениях. Ну и что же делать, потому что в этот момент еще и аксиоматической теории вероятности это даже нет. Тем не менее, Бошелье создал вот этот вот, создал эту первую модель 120 лет назад случайного процесса в непрерывном времени, который мы называем брауновским движением. Одновременно, почти одновременно в 1905 году для целей математической физики этот процесс ввел Эйнштейн. Потом он был переоткрыт уже в середине 20 века и носит также название процесса Винера, Норберт Винер, основатель современной кибернетики. И именно поэтому во французской литературе обычно этот процесс обозначается буквой «Б», но это означает не Браунин, а Бошелье, а в англоязычной литературе «W» в честь Винера. Вот что это за процесс, нам сейчас Георгий расскажет. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, минуту. Да, все видно, да. Угу. Так. Ну, значит, о чем я сегодня буду рассказывать? Я сначала расскажу, что такое симметрическое свободное блуждание, потом о превращениях, свойствах мартингала и квадратичной вариации симметричного свободного блуждания, потом расскажу, что такое масштабированное свободное блуждание, потом поговорим о распределении, и потом введем определение брауновского движения, фильтрация брауновского движения и вариация, квадратичная вариация брауновского движения. Так, ну, начнем с интуитивного понятия случайного блуждания. Один путь, которого показан на данном рисунке. Чтобы построить симметричное случайное блуждание, мы несколько раз подбрасываем симметричную монету. Обозначим за омега последовательность бросков, где омега-энта — результат n-того броска. Положим,
x-житое равно единице, если омега-житое — это орел, и минус единица, если омега-житое — это решка. Введем процесс МК, равный сумме x-житых g от единицы до k. Процесс МК для различных k будет симметрическим свободным блужданием. С каждым броском он либо поднимается на 1, либо опускается на 1. И эти события равновероятны. Случайные блуждания имеют независимые превращения. Это означает, что если мы выберем неотрицательные целые числа k0, k1 и так далее, km, то случайные величины mk1 минус mk0, mk2 минус mk1 и так далее будут независимы. Каждая из этих величин называется превращением случайного блуждания. Это изменение позиции случайного блуждания между моментами времени ki и ki плюс 1. Эти превращения независимы, потому что зависят от разных подбрасываний монеты. Более того, как мне сложно посчитать, это ожидание превращения равно нулю, а дисперсия ki плюс 1 минус ki. Вот, потому что дисперсия — это сумма x-житых, каждая из которых равна единице. Как видим, дисперсия накапливается со скоростью 1 в единицу времени. Теперь объясним, что такое свойство мартингала и квадратичная вариация. Объясним, что случайное блуждание является мартингалом. То есть таким процессом, при котором условное матожидание данных наблюдений в некий отрезок времени t, принимая во внимание все данные наблюдения до некоторого более раннего отрезка времени s, соответствует данным наблюдения в этот более ранний отрезок времени s. Выбираем целые неотрицательные числа k меньше l и считаем. Считаем условное мат-ожидание, где FK — это сигма-алгебра, которая представляет собой информацию о первых K подбрасывании монеты. Мы раскладываем ML в виде ML минус MK плюс MK. Дальше по линейности раскладываем мат-ожидание. Вот. И сейчас, секунду. Дальше мы говорим то, что у нас МК зависит только от первых К событий. Вот, поэтому мы можем второе слагаемое, как условное матожидание МК от ФК, записать просто как МК. И следующее равенство получается из независимости ML минус МК от ФК. И, собственно, получаем МК. Это и является свойством мартингала. Теперь посчитаем квадратичную вариацию симметричного случайного блуждания. До момента времени k она определяется как сумма квадратов mg минус mg минус 1 и равна k. Нужно заметить, что она вычисляется по пути. То есть вычисляется путем взятия всех одношаговых превращений на этом пути. Они равны 1 или минус 1 в зависимости от пути. Возводя в квадрат эти превращения, а затем суммируя их, мы получим как раз k. Надо отметить, что квадратичная вариация в данном случае совпадает с дисперсией, но считаются они по-разному. Дисперсия считается путем усреднения по всем путям с учетом их вероятностей, а вариация считается по одному пути, и вероятность шагов не влияет на ее значение. Далее расскажем, что такое масштабируемое симметричное случайное блуждание. Мы фиксируем целое неотрицательное
и определяем масштабируемое случайное блуждание как величину Vn от t, равная единице на корень из n, умноженная на m nt, при условии, что nt является целым числом. Если оно не целое, мы определяем эту величину путем линейной интерполяции между ближайшими слева и справа точками от t, для которых эти точки u и s, для которых величины nu и ns будут также целыми. В пределе при n, стремящемся к бесконечности, мы получим броуновское движение, но об этом расскажем попозже. На рисунке показан путь v при n равно 100 и в момент времени 4. То есть было сгенерировано 400 подбрасываний монет с шагом 1/10. Это блуждание также имеет независимые превращения. При целых неотрицательных t0, t1 и так далее у нас vn от t1 минус vn от t0 и так далее будут независимыми превращениями. Например, у нас величина v100 от момента времени 0,20 минус v100 от момента времени 0 зависит от 20 подбрасываний. При этом, если 0 меньше или равен s и меньше или равен t, то очевидным образом можем посчитать мат ожидания и дисперсию превращения. Вот. Мат ожидания равно 0, а дисперсия превращения равна t минус s. Пусть также 0 меньше или равен s меньше или равен t разложим vn от t. Если ns и nt целые, то первый член в правой части не зависит от сигма алгебры s, информации, доступной в момент времени s. Она является знанием подбрасывания первых ns монет. Аналогично мы можем доказать свойства мартингала. Также рассмотрим квадратичный вариант своего масштабированного случайного блуждания, равное по определению формуле, которая написана снизу. И можем посчитать, к примеру, квадратичную вариацию для n равно 100 и момент времени 1,37. Получим, собственно, этот же самый момент времени. Дальше поговорим о распределении масштабированного случайного блуждания. На рисунке до этого мы видели единственный путь блуждания. Другой способ подумать о масштабированном случайном блуждании — зафиксировать время t и рассмотреть набор всех возможных путей, оцененных в это время t. Например, зафиксируем время 0,25 и рассмотрим набор возможных значений v100 от 0,25. Эта случайная величина генерируется 25 подбрасываниями монеты, и так как n25 может принимать значение от минус 25 до 25, то само v может принимать следующие значения. Это минус 2,5, минус 2/3, ну и так далее. Вот. Допустим, мы хотим получить значение 0,1. Для этого мы должны при подбрасывании монеты получить 13 орлов и 12 решек за 25 бросков. Вероятность этого такова. Ну, то есть c из 25 по 13 умножить на 1/2 в степени 25. И равна 0,1555. По этим данным мы рисуем столбик гистограммы с центром в точке 0,1 и площадью равной вероятности. Затем, так как ширина столбика равна 0,2, мы делим площадь на ширину и получаем высоту столбика. На рисунке все столбики для всех возможных значений рассматриваем величины между минус 1,5 и 1,5.
Эта величина имеет нулевое матожидание и дисперсию 0,25. На рисунке также наложена нормальная плотность с этим ожиданием и дисперсией, откуда визуально можем видеть, что распределение V почти нормальное. Если бы взяли непрерывную ограниченную функцию g от x, и нам нужно было вычислить матожидание следующей величины, то хорошее приближение получилось бы, умножая g от x на нормальное распределение из рисунка и интегрируя. И, собственно, у нас есть центральная предельная теорема, которая утверждает, что такая аппроксимация верна. Ну, собственно, сформулируем для контекста и докажем ее. Пусть больше нуля. При n стремящемся к бесконечности распределение масштабированного случайного блуждания, вычисленное в момент времени t, сходится к нормальному распределению с нулевым отожиданием дисперсии t. Для нормального распределения с матожиданием 0 и дисперсии t запишем производящую функцию момента. Она определяется как фи от u, интеграл от минус бесконечности до бесконечности, e в степени у x, f от x по dx. Вот. Дальше мы ее немного распишем, подставим туда наше f от x. Вот. Сделаем определенные замены в экспоненте. И получим, что данная функция равна e в степени 1 вторая у квадрат на t. Последнее равенство получилось, потому что единица, деленная на корень из 2 пи t, интеграл, экспоненты и так далее, это нормальная случайная величина с матожиданием у t и дисперсии t. Вот. И, собственно, интеграл равен единице. Если nt целое, запишем производящую функцию моментов для функции vn от t, вот, которая равна матожиданию от e в степени u делить на корень из n mn от t. Далее мы, ну, также немного распишем. Воспользуемся независимостью случайных величин. Вот, и получим произведение 1 вторая e в степени u делить на корень из n плюс 1 вторая e в степени минус u делить на корень из n. Вот. Теперь нам нужно показать, что при n стремящемся к бесконечности функции фи n сходятся к фи. Ну, мы все прологарифмируем и сделаем замену. Единица на корень из n равно x. Вот. Тогда мы возьмем предел логарифмов фи n от u, запишем его. Заметим, что в нуле мы получаем неопределенность вида 0 на 0. Вот, поэтому мы можем использовать правило Лапиталя. Мы возьмем производную числителя, знаменателя, подставим и получим следующее выражение. Вот. Далее мы заметим, что мы опять же в нуле получаем неопределенность 0 на 0. Еще раз используем правило Лапиталя, вот, и получаем, что предел логарифмов фи n от u равен 1 второй у квадрат умножить на t, то, что мы хотели получить. Дальше построим модель для цены акции на временном интервале от 0 до t. Возьмем целое n и построим биномиальную модель для цены акции, которая принимает n шагов в единицу времени. Повышающий фактор
будет единица плюс сигма делить на корень из n. Понижающий фактор будет единица минус сигма делить на корень из n, где сигма — это положительная константа, которая окажется волатильностью процесса ограничения цены акции. Возьмем процентную ставку r равно нулю и запишем риск-нейтральную вероятность. Подставим значение повышающего понижающего фактора, получим 1/2 и 1/2. Цена акции в момент времени t определяется начальной ценой акции S0 и результатом первых НТ подбрасывания монеты. Извините, пожалуйста, а мы да. давали определение, что такое риск-нейтральная вероятность? Вроде да. Если можно, расскажите, пожалуйста, более так качественно, что вот это значит. Ну, грубо говоря, ну, я могу привести пример. Допустим, у нас есть цена акции, ну, сегодня акция стоит $10, завтра она может стоить $7.5 или $20. Вот, и нам нужно найти вероятность того, что средняя цена акции останется постоянной. Вот. Собственно, это и есть риск-нейтральная вероятность. Сейчас, извините, пожалуйста, невероятность того, что средняя цена акции останется постоянной, а, видимо, так, мы присваиваем другие вероятности перехода значит, цены акции вверх или вниз для того, чтобы в новой вероятностной мере средняя цена осталась бы, от ожидания осталась бы постоянным, правильно? Ну да. И вот это и есть новая риск-нейтральная вероятность тогда. То есть фактически это замена меры. Замена меры, о которой мы уже говорили в одном из предыдущих семинаров, при которой у нас действительно мы переходим в новую меру, и в этой новой мере у нас математическое ожидание цены не меняется, несмотря на то, что в старой мере, из-за того, что в старой мере, смотрите, у нас как было, вероятность перехода, например, вверх и вниз могла быть равна 1/2, но амплитуда перехода была разной. В результате этого смещается математическое ожидание. В новой вероятностной мере мы можем сделать так, чтобы математическое ожидание оставалось бы неизменным. Спасибо. Далее мы цена акции в момент времени t определяется начальной ценой акции S0 и результатом первых NT подбрасывания монеты. NT равно сумме орлов и решек в первые NT подбрасываний, а случайное блуждание MN от T – разница между количеством орлов и решек. Если мы сложим и поделим на 2 или вычтем и поделим на 2 эти величины, мы получим такие соотношения. И в модели с UN и DN коэффициентами цена акции в момент времени T будет вычисляться по такой формуле. Мы хотим понять, какое распределение у этой случайной величины при n, стремящемся к бесконечности. Вот. Для этого мы сформулируем следующую теорему. При n, стремящемся к бесконечности, распределение sn от t сходится к распределению s от t, равное s от 0 умножить на e в степени сигма сейчас на e в степени сигма в t минус 1/2 сигма квадрат t. Это будет лог-нормальное распределение. В общем случае лог-нормальное распределение это распределение величины вида c умножить на e в степени x, где x — нормальная случайная величина, а c — некоторая константа. В нашем случае x — это сигма в t минус 1/2 сигма квадрат t,
и средняя минус 1 вторая сигма квадрата и дисперсия сигма квадрата. Для доказательства этой теоремы достаточно показать, что распределение логарифма равное вот такому выражению. Сходится к распределению логарифма S от T, где V от T – нормальная случайная величина с нулевым ожиданием и дисперсией T. Воспользуемся разложением логарифма в нуле в ряд Тейлора. Вот, разложим логарифм S на T и получим следующее выражение. Вот. Ну, раскроем здесь скобки, преобразуем его немного и получим следующее выражение, где V на T, как мы определяли ранее, по CPT стремится к VT. И, собственно, мы получим выражение, которое мы хотели. Далее мы поговорим, что такое броуновское движение. Ранее мы определили броуновское движение как предел масштабированного случайного блуждания при инструментации бесконечности. Броуновское движение наследует его свойства. Теперь дадим следующее определение. Пусть омега FP – вероятностное пространство. Пусть для каждого омега маленького из омега большого существует непрерывная функция V от T, от T больше или равно нуля, зависящая от омега маленького, такая, что V от нуля равно нулю. Тогда V от T для T больше или равно нуля является броуновским движением, если для всех T от нуля t0, t1 и так далее упорядоченных превращение vt1 минус vt0, vt2 минус vt1 и так далее независимы, и каждое из этих превращений нормально распределено с мат-ожиданием и дисперсией 0 и ti плюс 1 минус ti соответственно. Его отличие от масштабированного случайного блуждания – то, что масштабируемое имеет естественный временной шаг и линейный между шагами, а броуновское не имеет линейных кусков. Также масштабируемое, как мы видели раньше, приблизительно нормальное, в то время как броуновское полностью нормальное. Также VT минус VT распределены нормально для любых 0 меньше или равного S меньше T. Есть несколько способов думать об омега маленьком. Либо как о траектории броуновского движения, тогда VT, значение этого пути в момент времени T, зависит от самого пути. Либо более примитивно, это что-то вроде бесконечного быстрого подбрасывания монеты. После подбрасывания и получения результата V можно нарисовать путь броуновского движения. Если подбрасывать снова, можем получить другой путь. Приведем пример. Мы хотим посчитать вероятность того, что множество А, содержащее все омега маленькие, будет траекторией броуновского движения, удовлетворяющей такому соотношению. Сначала посчитаем для масштабированного случайного блуждания. Если бы нас попросили определить такую вероятность, мы бы заметили, что при n равно 100 v от 100 попал бы между 0 и 0,2, а в момент времени 0,25. При этом m25 должно быть между нулем и двойкой по определению. m25 — это 25 бросков. Соответственно, так как 25 бросков, то это может быть только нечетным числом. И величина должна быть 0,1. Тогда должно быть 13 орлов и 12 реж за 25 бросков. И как раньше считали, такая вероятность равна 0,1555.
Для броуновского движения V также существует набор результатов омега маленькая, которые приводят к траектории броуновского движения, удовлетворяющей нашему условию из примера, и считается по следующей формуле. Вот. Из независимости нормальных превращений следует совместная нормальность величин V от 1, V от 2 и так далее. Совместное распределение совместно нормальных величин определяется их мат-ожиданием и матрицей ковариации. Каждая случайная величина VT имеет нулевое мат-ожидание. Для любых двух 0 меньше S меньше T ковариация выглядит так. Нетрудными подсчетами можно убедиться, что она будет равна S. Тогда мы можем записать матрицу ковариации для случайного вектора VT1, VT2 и так далее. И попробуем посчитать момент производящую функцию от этого случайного вектора. Она может быть посчитана, используя момент производящей функции для случайной величины с нулевым ожиданием и дисперсии t и независимости превращения. Вот. Для подсчета этой функции сначала заметим такой факт. Возьмем v. Ну, возьмем три момента времени, v это 3, v это 2, v это 1, умножим на величины у 3, у 2, у 1, и тогда их можно скомпоновать достаточно красиво. Или в общем случае можем скомпоновать их вот так вот. Тогда можем посчитать момент, производящий функцию. Ну, здесь долгие вычисления, использующие эти компоновки. И в конечном итоге функция будет равна вот такой вот величине. Распределение броуновских превращений может быть задано путем задания совместной плотности или момент производящей функции. И, собственно, наше рассуждение приводит к следующей теореме. Для всех t0, t1, tm больших или равных нуля превращение vt1 минус vt0, vt2 минус vt1 и так далее независимы, и каждое из этих превращений нормально распределено с мат-ожиданием 0 и дисперсией ti плюс 1 минус ti. Далее, для всех таких же ti-тых случайные величины VT1, VT2 и так далее совместно нормально распределены с мат-ожиданием равным нулю и матрицей ковариации, которую мы написали выше. И для всех аналогичных T величины VT1, VT2 и так далее обладает момент производящей функции, которую мы тоже только что определили. Если выполняется любое из этих трех свойств, то v от t для t больше нуля является броуновским движением. Помимо самого броуновского движения, нам также потребуется некоторое обозначение количества информации, доступной в каждый момент времени. Пусть дано вероятностное пространство омега fp, на котором определено броуновское движение. Для броуновского движения это набор сигма-алгебр, удовлетворяющих следующим свойствам. Первое свойство — это информация накапливается. Для s большего или равного нуля или меньше t каждый набор f от s также находится в f от t.
Или, другими словами, в более поздний момент времени ФАТ доступно как минимум столько же информации, сколько в более ранний момент времени ФАТ. Второе свойство — адаптивность. Для каждого t большего или равного нуля броуновское движение в момент времени t является ft измеримым. То есть информации, доступной в момент времени t, достаточно для оценки броуновского движения в этот момент. И независимость будущих превращений. Для t большего или равного нуля и меньше u превращение не зависит от f от t. То есть любое броуновское движение в времени t не зависит от информации, доступной в момент времени t. Пусть у нас также есть дельта t для t большего или равного нуля. Это случайный процесс. Мы говорим, что дельта t адаптирована к фильтрации сигма-алгебры f от t. Если для каждого t большего или равного нуля случайная величина дельта t является ft измеримой. Свойства 1 и 2 в определении гарантируют, что информация, доступная в каждый момент времени t, будет по крайней мере столько же, сколько можно было узнать, наблюдая броуновское движение до момента времени t. А свойство Твери говорит, что эта информация бесполезна для предсказания будущих движений броуновского движения. Также броуновское движение обладает свойством мартингала. Доказательство аналогичное, как мы доказывали ранее. Далее мы поговорим, что такое вариация. Рассмотрим функцию f от t на рисунке. Мы хотим вычислить количество колебаний вверх и вниз этой функции в промежутке от 0 до t большого. При этом движения вниз складываются, они вычитаются из движения вверх. Назовем это вариацией первого порядка, и для данной функции она выглядит вот так вот. Либо мы можем записать это в виде интеграла от производной модуля функции f от t. Средний член этой суммы включен так, чтобы гарантировать, что величина движения функции вниз между моментами времени t1 и t2 будет добавлена, а не вычтена из общей суммы. В общем случае, чтобы вычислить вариацию функции первого порядка до момента времени t, мы сначала выбираем разбиение этого отрезка и диаметр этого разбиения, равный по определению максимуму для всех g, tg плюс 1 минус tg. И определяем вариацию. Извините, пожалуйста, только вот чуть-чуть давайте уточним определение. Вы сказали, что это число или количество колебаний функции безотносительно направления, да? Mm-hmm. Это на самом деле более правильно сказать не число колебаний, а суммарная амплитуда колебаний функции вверх и вниз вне зависимости от направления. Mm-hmm. И в конце концов она переходит в интегральную амплитуду, когда у нас диаметр разбиения стремится к нулю. Mm-hmm. Число-то колебаний при этом будет бесконечным. Mm-hmm. А вот суммарная амплитуда может быть, интегральная амплитуда, конечной или бесконечной, в зависимости от того, что это за функция. Mm-hmm. Хорошо. Так. Ну, мы установим количество точек n бесконечности, длина самого длинного подинтервала стремится к нулю. И наша задача убедиться, что вот такое определение согласуется с предыдущей формулой для функции на рисунке. Для этого мы используем теорему о среднем значении для функции, производная которой всюду определена. Эта теорема говорит, что на каждом подинтервале существует такая точка
Т со звездочкой, что выполняется такое соотношение. То есть где-то между точками ТЖ и ТЖ плюс 1 касательная параллельно хорде, соединяющая соответствующие точки. Умножив на знаменатель, получим такое равенство. Перепишем теперь нашу сумму вариации, используя эту теорему. И заметим, что мы получили интегральную сумму Риммана для функции f't, взятой по модулю. Поэтому возьмем предел по диаметру, стремящимся к нулю, и получим искомый интеграл. Далее определим, что такое квадратичная вариация. Пусть теперь f от t определена от нуля до какого-то t большого. Квадратичная вариация функции f до момента времени t называется следующая величина, равная пределу при диаметре разбиения, стремящемся к нулю, суммы квадратов это f от t g t плюс 1 минус f от t g t. Предположим, что наша функция имеет непрерывную изводную. Тогда мы вычислим данную сумму, ограничим ее величиной, ограничим ее сверху какой-то величиной, ну, здесь написано какой, и в пределе мы получим 0. Что из этого следует? Что большинство функций, которые имеют непрерывные производные, имеют квадратичную эволюцию, равную нулю. Но пути броуновского движения нельзя дифференцировать по временной переменной. Для такой функции данная теорема не работает. Рассмотрим, например, функцию f от t равная модуль t, и хорда, соединяющая две точки на рисунке, имеет, к примеру, наклон 1/5. Но нигде между этими точками производная не равна этому значению. Она равна минус 1 при t меньше и при t больше нуля. На рисунке, когда мы приводили для масштабирования случайного блуждания, было видно, что пути броуновского движения будут плохими, и производная существовать не будет. Тогда запишем и докажем следующую теорему. Пусть v броуновского движения, тогда квадратичная вариация равна t для любого t большего или равного нуля. При этом почти наверно. Почти наверно означает, что почти для всех путей броуновского движения. Собственно, доказательство этой теоремы. Пусть P какое-то разбиение, как и раньше, отрезка 0t. Определим квадратичную вариацию, зависящую от разбиения. Мы должны показать, что эта квадратичная вариация, которая является случайной величиной, то есть зависит от пути броуновского движения, по которому она считается, сходится к t при диаметре, стремящемся к нулю. Покажем, что она имеет матожидание t и дисперсию 0. Тогда она сходится к своему матожиданию e, независимо от пути, по которому мы вычисляем. Ну, мы посчитаем матожидание слагаемого, оно равно tg плюс 1 минус tg. Далее посчитаем сумму этих слагаемых и получим t. Также мы посчитаем дисперсию слагаемого, ну, опуская мы далее сможем доказать, что дисперсия Q от P ограничивается сверху двумя диаметрами разбиения, умноженных на T.
И, собственно, при диаметре разбиения стремящегося к нулю мы получим 0, что мы хотели. Теперь обсудим, что такое волатильность геометрического броунского движения. Положим теперь альфа и сигма больше нуля. Тогда определим геометрическое броуновское движение как S от t равное S от нуля плюс E в степени сигма V от t плюс альфа минус 1 вторая сигма квадрата, умноженная на t. Здесь мы покажем, как использовать квадратичную вариацию броуновского движения, чтобы идентифицировать волатильность сигма по траектории этого движения. Пусть заданы t1 и t2, t2 больше t1, больше или равно нуля. И предположим, что мы наблюдаем геометрическое броуновское движение s от t в этот промежуток времени. Тогда выберем разбиение этого отрезка и введем лог обратную функцию на этом отрезке. Сумма квадратов этих величин, иногда называющаяся реализованной волатильностью, тогда будет вычисляться вот так вот, по следующей большой формуле. Далее мы используем некоторые соотношения на сумму tg плюс 1 минус tg. Ограничим сверху диаметром разбиения, умноженным на t. И, собственно, при диаметре разбиения, стремящемся к нулю, второе слагаемое данной суммы будет стремиться к нулю. И также ограничим третье слагаемое. Получим, что оно тоже будет стремиться к нулю. Тогда при стремлении диаметра разбиения к нулю получим следующее соотношение. То есть, если, к примеру, цена актива SAT действительно представляет собой геометрическое броуновское движение с постоянной волатильностью сигма, то можем найти соотношение на это сигма. Теоретически мы можем сделать это приближение сколь угодно точным, уменьшив размер шага. Так, ну и это все, что я хотел рассказать. Ну что, все спасибо. Так, Леонид, я думаю, сейчас Михаил Васильевич Козлову надо обязательно. У меня нет каких-либо серьезных замечаний, наоборот, очень четко и разумительно все сказано. Ага. Там вот на последнем шаге только получается там примерно сигма квадрат, да? Это, так сказать, мы закон больших чисел употребили или что? Нет, не совсем. Ну, как я рассказал, мы расписали сумму этих логообратных величин, получили здесь три слагаемых, ограничили второе, третье, и получили, что при диаметре разбиения оно стремится к нулю. Да, но вот это, извините, вот эти логи, если их взять, это же независимые величины. Да. Ну, в квадрате взято тоже независимые. Если их просуммировать и поделить на число, это ZBC называется. Ну да. Еще маленькое замечание, может быть, излишние тонкости здесь не стоит озвучивать, но когда вы объяснили, что сходятся эти moment generation functions, то, может быть, стоило слушателям сказать, что из их сходимости можно, соответствующие теоремы есть, можно вывести сходимость законов распределения. Может быть, вот еще это для слушателей было бы не бесполезно. Хорошо, спасибо. У меня все. Спасибо большое.
Давайте мы сейчас, мы переходим к более финансово ориентированной части нашего семинара. Мы... Да, можно, пока мы не перешли еще, я у Михаила Васильевича хочу уточнить. Михаил Васильевич, вы сейчас читаете ваш курс по анализу временных рядов. Это так? Стараюсь, готовлюсь точнее. Некоторые у нас нуждаются в том, чтобы слушать ваш курс. Вы там уже выложили свои? Ну, я пока не выложил, но должен, так сказать, видимо, если угодно, комплименты в адрес нашего докладчика или некоторого укора в свою сторону. Но мне, к сожалению, не удастся так четко делать, как наш докладчик делал. Ну, у меня привычная свободная манера рассказывать у доски, при этом делать ошибки, путаться, там, запинаться и тому подобное. И я, можно сказать, немножко завидую нашему докладчику. Ну, так или иначе, вы уже что-то записали, да? Записал одну лекцию, и вот думаю, что пару лекций мне удастся записать еще на следующей неделе, и тогда я их к концу следующей недели я их выложу где-нибудь к пятнице. Да, ну, вот мне кажется, можно, как только лекция записана, сразу же ее выкладывать. Просто это времени много занимает. Ну, хорошо, можно. Я в Москве буду в понедельник, и, может быть, я во вторник даже первую лекцию выложу. Ага, просто у меня это с моим интернетом занимало сколько-то часов, там, я боюсь, что... Ой, это я не умею делать, мне кто-нибудь делает. Рекомендую сразу, как записано, сразу же выкладывать и объявление всем разошлю. Спасибо, Андрей. Хорошо, Леонид Альбертович, прошу вас продолжать. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте мы с вами неформально запомним вот из всего, что мы узнали сейчас о брауновском движении, очень важные свойства. Они нам всегда будут нужны, и просто для того, чтобы их четко совершенно осознавать. И после этого перейдем к решению задач. Итак, мой экран виден? Да. Окей. Итак, что мы можем чуть-чуть менее формально сказать про наш случайный процесс WT? Брауновское движение. By convention это просто вот, скажем так, условились. Будем рассматривать его при t больше либо равно нуля. И начальные точки этого процесса фиксированы. Мы будем всегда считать, что W0 это 0. Далее. Что представляет собой безусловное распределение нашего брауновского движения при каком-то t. WT при каком-то t больше нуля имеет... Кто может сказать, какое имеет распределение WT при t больше нуля? А еще более интересно, кто скажет, какое распределение оно имеет при t равно нулю? Ну, при t равно нулю это почти, наверное, ноль. А смотрите, случайная величина, которая почти, наверное, ноль. Что мы можем сказать про ее функцию распределения? Ну, про плотность распределения. Значит, она не плотность не ноль на мере, на множестве мере ноль. Правильно. Значит, плотность равна нулю почти всюду и равна не нулю на множестве меры 0. Но если у нас есть плотность распределения, значит, интеграл от этой плотности все равно должен быть равен единице. Значит, смотрите, пусть у нас есть вот плотность распределения. Давайте мы ее обозначим за π, который зависит от времени, от x. Это наша probability density function PDF. Не PDF как файл формат, а probability density function. Плотность распределения нашей случайной величины WT. Да? Мы знаем, что при t равно нулю
W0 равна нулю, ну да, almost surely. В любом случае, для любого t, плотность распределения, скажем, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, pt от x dx, должен быть равен чему? Интеграл от плотности? Единица. Единица. Значит, невероятным образом то же самое должно иметь место при нуле. Вы подводите к дельта-функции нас? Конечно. P0 от x – это просто дельта-функция. Дельта-функция Дирака – дельта от x. Ничего больше. А что представляет собой распределение нашего WT при t больше нуля? Ну, нормальное распределение с нулевым ожиданием и дисперсией t. С нулевым ожиданием и дисперсией, именно дисперсии равны t. Я в моей нотации, я это буду часто делать, давайте так просто примем, при записи нормального распределения я пишу не дисперсию, а среднеквадратическое отклонение. И поэтому среднеквадратическое отклонение будет равно корню квадратному из t. То есть это standard deviation, не дисперсия. Хорошо? В этом случае, ну давайте все-таки запишем тогда плотность pt от x для t больше нуля. Чему же будет равна эта плотность? Подсказывайте мне, пожалуйста. 1 делить на корень из 2πt. Корень квадратный из 2πt. Абсолютно верно. Экспонента в степени минус x квадрат на 2t. Минус x квадрат, потому что мат ожидания равно нулю, деленное на 2t. Абсолютно верно. И стало быть, последовательность вот этих функций pt от x при t, стремящемся к нулю, сходится как раз к нашей дельта-функции. Естественно, мы не можем сказать, что сходится равномерно, потому что эта дельта-функция Дирака не является функцией, которая применима, не принадлежит пространству с равномерной метрикой. Но сходится в пространстве L1, потому что интеграл от pt от x, включая случай t равно нулю, равен единице. Окей. И геометрически мы можем это себе представить именно как последовательность гауссовских колоколов, у которых уменьшается standard deviation и увеличивается, при t, стремящемся к нулю, увеличивается высота максимума. И в конце концов они превращаются в иголку, и эта иголка является нашей дельта-функцией Дирака. Окей. Значит, вот наше распределение безусловное. Мы только знаем, что у нас есть начальная точка W0 равно нулю нашего Брауновского движения. А вот теперь представим себе, что у нас есть в какой-то момент времени S. Мы наблюдали наше Брауновское движение, и мы знаем его значение WS. Что будет представлять собой условное распределение и условное мат-ожидание нашего брауновского движения по отношению к информации, доступной в момент S? То есть, предположим теперь, что T больше S, и меня интересует распределение нашего брауновского движения при условии той информации, которая содержится в фильтрации up to S. Что в таком случае мы можем сказать? Ну, у нас же есть вертикальное свойство. И? Как VS? Да, ну,
Значит, это все равно нормально распределенная случайная величина. Но теперь ее математическое ожидание равно действительно WS. Это что означает? Это означает, что вся информация, которая содержится в нашей фильтрации, вот до момента S, она на самом деле представлена всего одним числом, одной величиной, это WS. Предыдущие значения там при значениях времени от 0 до S, где был наш процесс, не имеет ни малейшего значения. То есть важно, где он находится сейчас. Вот в момент, когда мы его наблюдаем, в момент S. Так? Значит, действительно, мат-ожидание равно WS. Хорошо. А среднеквадратическое отклонение чему тогда будет равно? Мы уже видим, что вот он сейчас был в момент, в моменте S, видим его значение. Значит, в этом случае мы, что мы рассматриваем? Мы рассматриваем его инкремент. Мат-ожидание самого процесса равно WS. Мы теперь рассматриваем инкремент WT минус WS. Эта случайная величина, как мы слышали из доклада Георгия, будет независима от WS. И она сама будет иметь нормальное распределение, вот эта величина с нулевым средним, и квадратической вариацией, равной интервалу времени, то есть t минус s. Это означает, что здесь у нас будет корень квадратный из t минус s в качестве среднеквадратического отклонения. Геометрически это выглядит следующим образом. Смотрите. Вот у нас наша стартовая точка. Вот время t. У нас мы запустили наше броуновское движение. Вот какой-то у нас фиксированный момент времени. Т со звездой. Если у нас нет никакой информации о том, что происходило до этого момента с нашим броуновским движением, мы можем только сказать, что да, его математическое ожидание в этой точке равно нулю, и дисперсия его, это полная дисперсия, которая будет. То есть дисперсия равна t со звездой в квадрате, t со звездой, а среднеквадратическое отклонение, соответственно, равно корню квадратному из t со звездой. То есть, вот какое-то среднеквадратическое отклонение, которое здесь имеет место. Но если мы в момент s видели, ага, наш процесс, вот он не где-то там, а мы его наблюдаем значение. Это информация. То есть мы теперь владеем информацией, вот она заложена в нашей фильтрации FS. На самом деле из всей этой информации, как тут шел наш случайный процесс, нам это все абсолютно не важно. Нам важно только, где он оказался вот в этот момент времени S. Вот, WS. Вот единственная величина из всей фильтрации FS, которая дает нам информацию о статусе данного процесса, полезного. И мы теперь гораздо более точно можем сказать, что с ним будет в момент T со звездой. Зная, что он был вот в момент S, в данной точке WS, мы уже можем теперь сказать, ага, его мат-ожидание условное по отношению к этой фильтрации уже равно WS, и среднеквадратическое отклонение уже уменьшилось. Оно будет равно уже корню квадратному из t со звездой минус s. Если s очень близко к t со звездой, то мы знаем положение нашего броуновского движения уже довольно точно, с малым среднеквадратическим отклонением. Знаем гораздо лучше, чем если бы мы ничего не знали, не наблюдали бы его в момент времени S и знали бы только, что процесс вышел из нуля. Окей? Вот это вот очень важно как-то осознать, прочувствовать на качественном уровне. Что как только у нас появляется информация о значении нашего броуновского движения в какой-то момент S, мы можем гораздо более точно сказать, что будет представлять собой этот процесс в следующий момент времени, в какой-то из моментов t больше f, с меньшим среднеквадратическим отклонением. И в этом на самом деле вся идея, когда мы говорим, что мы пытаемся, например, в финансовой математике предсказывать, что это такое, предсказывать цены, например, цены финансовых инструментов. Если цена финансового инструмента рассматривается как случайный процесс в непрерывном времени,
и в качестве самой первой модели, плохой модели, но все-таки мы можем даже считать, что это брауновское движение там может быть с каким-то коэффициентом, мы сейчас это рассмотрим, то что значит предсказать значение цены? Предсказать, что цена в момент времени t большое будет равна точно какому-то значению, нельзя. Вероятность того, что она будет равна любому конкретному значению, равна нулю. Ну, естественно, в том случае, если мы используем именно модель брауновского движения и в любом случае модель с непрерывной случайной величиной, зависящей от времени. Реально на биржах цена может быть дискретной, потому что там есть на некоторых биржах фиксированный шаг цены, но мы сейчас от этого абстрагируемся, мы считаем, что это непрерывная случайная величина, и в таком случае, естественно, вероятность попадания ее в какую-то точку равна нулю. Предсказать цену — это означает предсказать на самом деле, что с какой-то там удовлетворяющей нас вероятностью эта цена будет заключена в каком-то интервале. И, естественно, если мы используем нормальную модель, которая вытекает из модели брауновского движения, то мы хотим, чтобы, например, мы задаем там какую-то доверительную вероятность и какой-то интервал, и мы хотим сказать, что с указанной нами доверительной вероятностью значение нашего процесса будет заключено в этом интервале. Вот что означает предсказать. И, естественно, чем меньше среднеквадратическое отклонение, тем уже будет этот доверительный интервал при заданной доверительной вероятности. То есть наше предсказание – это всегда, на самом деле, предсказание, носящее вероятностный характер. Мы можем только сказать, что с заданной вероятностью значение процесса, и то, конечно, при условии, что наша модель верна, будет локализовано в таком-то и таком-то интервале. Но чем более узкий этот интервал, тем лучше и тем выше мы можем сказать качество нашего предсказания. Вот теперь, рассмотрев это мартингальное свойство брауновского движения, и, кстати говоря, здесь мы видим, для чего, вообще говоря, мы вводили понятие условного математического ожидания на прошлом семинаре, и как условное математическое ожидание оказывается неравным, вообще говоря, безусловному. Безусловное всегда ноль. Условное равно вот WS последнему значению, которое мы наблюдали по фильтрации FS, которого мы производим как раз вычисление этого условного матожидания. Вот теперь давайте мы рассмотрим такую задачу. Предположим, что у нас есть некий финансовый инструмент. И предположим, что у нас есть некий случайный процесс, который мы называем ST, это цена нашего финансового инструмента. На самом деле мы потом с вами увидим, что на самом деле определить, что такое цена, это нужно определить довольно аккуратно. Потому что есть такое понятие, как микроструктура финансовых рынков. Цена может быть, например, ценой последней биржевой сделки с этим инструментом. Может быть, что это какая-то там средневзвешенная цена по стакану заявок, по order book. Мы потом с вами это определим более точно, но сейчас мы от этого абстрагируемся, и мы будем говорить, что да, значит, у нас есть некий случайный процесс в непрерывном времени, и это есть наша цена. Кстати, PX – это стандартная аббревиатура для цены от французского PRI. Предположим, что наш случайный процесс – это просто брауновское движение с каким-то коэффициентом сигма, где сигма есть волатильность. Сигма WT. То есть это обыкновенное брауновское движение, не геометрическое. Почему это плохая модель, вообще говоря? Кто может сказать? Для цены. Что-то в ней... Ну, возможно, потому что она может, цена может резко подскакивать и резко падать. Может, ну, смотрите, совсем уж резко нет. Мы только что с вами выяснили из предыдущего доклада, что вообще говоря, с вероятностью единица в каждой точке путь нашего брауновского движения WT является непрерывной функцией.
мы с вами потом рассмотрим действительно модели с джампами, которые могут быть разрывными, то есть где пути нашего случайного процесса могут иметь конечные скачки. Более того, мы можем с вами потом рассмотреть случайные процессы, которые могут с ненулевой вероятностью достигать бесконечных значений за конечное время. Но браунское движение ни тем, ни другим не является. Это довольно хороший процесс в том плане, что с вероятностью единицы реализация путь данного процесса является непрерывной функцией, но не дифференцируемой, как мы выяснили. И тем не менее, вот все-таки что-то есть не очень хорошее. Может быть, тот факт, что она может принимать отрицательные значения? Конечно. Брауновское движение может принимать отрицательные значения. В этом плане я хотел бы сразу вот сказать, что есть такая поговорка, которая английская: all models are wrong, but some models are useful. То есть для цены, вообще говоря, концептуально, брауновское движение – это неправильная модель. И правильная модель, ну вот без тренда, это то, о чем нам рассказывал Георгий, это гораздо более осмысленная модель. ST – это экспонента от брауновского движения, ну и еще мы там вводим коррекцию тренда, то есть мы там делаем минус сигма квадрат пополам t плюс wt. Геометрическое брауновское движение. А у Георгия был еще более общий случай, когда еще был и не нулевой, плюс сигма WT, когда был не нулевой тренд. Это намного лучше, потому что в этом случае мы точно совершенно знаем, что цена будет положительна. Но давайте для начала рассмотрим эту модель. Ничего особенно страшного в ней нет. Если наша цена сейчас далека от нуля, сигма достаточно мала, то у нас будет абсолютно ничтожная вероятность того, что за сколь угодно обозримое время наша цена пересечет ноль. Может быть, вероятность того, что она пересечет ноль, она там будет равна 10 в минус сотой за все время существования Вселенной. В этом случае, хотя модель концептуально неправильная, для первого случая ее можно принять. В этом случае предположим, что мы делаем следующее. Ну, опять же, это не очень хорошо, потому что изначально мы говорим, что наше брауновское движение в точке 0 имеет значение 0, а вот S0 иметь нулем мы не хотели бы. Поэтому давайте мы еще добавим какой-то сдвиг, какую-то начальную цену S0, при t равно 0. Вот наша самая простейшая модель. Что мы хотим с этой моделью сделать? Значит, предположим, что вот наша S0. Предположим, что в этот момент мы купили акцию. Вот по цене S0. Купили. И теперь мы ждем, что мы ее хотим продать. И, естественно, мы ее хотим продать дороже, чем мы ее купили. А акция ведет себя как брауновское движение. Плюс константа S0. Ну и с коэффициентом волатильности сигма. Давайте вначале сделаем вот что. Предположим, что у нас есть какой-то горизонт, когда мы держим эту акцию. Вот до момента t большое. Вот нуля. Ну, например, я day trader, у меня такой мандат, я могу свою позицию держать не больше одного дня. Все, день заканчивается, я должен акцию в любом случае продать. Ну, вы мне точно совершенно можете сказать, значит, меня что интересует? Меня интересует для начала просто, какова вероятность того, что в конце дня ST будет больше, чем S0. Давайте запишем. В момент t равно нулю я купил акцию. Цена акции эволюционирует согласно вот такому вот простейшему закону, это линейная комбинация брауновского движения. S0 плюс сигма WT. Я хочу в конце дня, чтобы у меня была прибыль, когда я ее продаю. Какова вероятность того, что ST больше, чем S0? ST большое. Допустим, T большое равно одному дню.
можно через WT расписать. Ну, давайте, абсолютно верно. Значит, что такое ST? Говорите, значит, вероятность налево. Того, что сигма WT плюс S0 будет больше, чем S0. Сигму мы считаем положительной. Значит, это вероятность того, что WT будет больше нуля. Значит? Ну, это один минус вероятность, что WT хорошо. Меньше равно, чем ноль. Верно. А чему равна последняя вероятность? Какое у нас распределение DWT? Нормальное. Давайте еще раз напишем. Нормальное. С каким средним? Корень из t. Не-не, мат ожидания какое? А, ноль. Ноль. Правильно. Ну и да, среднеквадратическое отклонение равно корню квадратному из t. Значит, если это у нас нормально распределенная случайная величина с нулевым средним, какова вероятность того, что ее значение будет меньше либо равно нуля? Ой-ой-ой, господа. Вот наша плотность нормального распределения. Гауссовский колокол с матожиданием в нуле. Извините, что так криво рисую. Максимум его в нуле. Это наша плотность. Где здесь на этом графике у нас будет вероятность того, что наша случайная величина меньше либо равна нулю? Это плотность. Ну, от минус бесконечности до нуля. От минус бесконечности до нуля что? Проинтегрировать надо. А геометрически как это будет выглядеть? Ну, площадь. Ну, площадь. Площадь под кривой от минус бесконечности до нуля. Так. Площадь под всей кривой чему равна? Единица. Единица. А площадь под одна этой вторая. Кривой? Что? Одна вторая. Ну, естественно. Одна. Естественно, слушайте, ну вот это вот давайте все-таки запомним. Разумеется, если у нас имеется нормальное распределение, оно полностью симметрично, и оно имеет в данном случае мат-ожидание равно нулю, то, разумеется, вероятность того, что наша случайная величина будет меньше мат-ожидания и больше мат-ожидания, равна 1 второй. Значит, эта вероятность равна 1 второй. Итак, вероятность того, что цена пойдет вверх, и мы продадим нашу акцию дороже, чем мы ее купили, естественно, равна просто 1 второй. Это просто обыкновенный гэмблинг в монетку. Более того, обычно мы просто так акцию продать и купить не можем. У нас есть какие-то транзакционные издержки при этом. Они могут быть связаны с микроструктурой рынка, они могут быть связаны с брокерской комиссией, которая с нас брокер берет, там еще с чем-то. Ну и потом мы хотим не просто ее продать подороже, а мы хотим все-таки какую-то прибыль получить. Какова вероятность того, что наша цена ST будет не просто больше, чем S0, а будет больше, чем S0 плюс какая-то, допустим, дельта, где дельта – это есть наш профит, прибыль, которую мы хотим получить из этого. Вот давайте вот эту вероятность распишем в таком случае. Итак, делая точно так же, как было, это вероятность того, что наша величина WT будет больше, чем что в данном случае? Дельта? Ну, не совсем. Дельта делить на сигму. Дельта, деленная на сигму, да. Или, действительно, это будет единица минус вероятность того, что WT будет меньше либо равна дельта, деленная на сигму. А вот эту величину давайте уже все-таки распишем. Закон распределения WT у нас известен. Ну, давайте распишем...
Давайте вот что. Значит, у нас есть функция. Давайте мы ее обозначим за phi от x. Это как раз кумулятивная функция распределения, cumulative distribution function, или по-русски просто функция распределения, не плотность, а функция распределения, нашего стандартного нормального распределения, именно стандартного нормального. Единица, деленная на корень квадратный из 2π, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, e в степени минус... До x, наверное. Что? До x, наверное. Да, вы правы, конечно, до x. От минус бесконечности до x, интеграл от минус, допустим, t квадрат пополам, dt. Да. И φ от плюс бесконечности действительно единица. Вот если мы используем вот эту функцию, то давайте распишем вот эту вот вероятность единица минус чему будет равна вероятность, что wt меньше либо равна дельта, деленная на сигму. Еще раз, wt имеет вот это распределение. Ну, нам осталось только еще на корень из t поделить. Кого? Дельта наша. Ну, ну, давайте ответ какой получается? Единица минус? Наша фи дельта делить на сигма и делить на еще на корень из t. Абсолютно верно. Единица минус фи, деленная на сигма, корень из t. Но давайте мы поставим такой вопрос. И, естественно, если дельта возрастает, то есть мы хотим получить больше и больше и больше профит, а фи стремится в этом случае при дельте, стремящемся к бесконечности, к чему? К единице. К единице. И наша вероятность стремится благополучно к? Нулю. Нулю, чего и следовало ожидать. Отлично. Но теперь давайте поставим вот какой вопрос. А зачем мне ждать конца дня? Ведь если, например, вот мы купили нашу акцию по цене S0, и если уже в какой-то момент до этого впервые, вот здесь, цена достигла величины S0 плюс дельта, я не буду ждать конца дня, и я продам эту акцию сразу. Правильно? Вот теперь меня интересует более такой тонкий вопрос. Вот при такой более грамотной стратегии, какова вероятность того, что существует момент, давайте скажем так, какова вероятность того, что существует какой-то момент t со звездой в интервале от 0 до t, такой, что, ну, мы скажем так, первый раз в этот момент наша цена st со звездой будет, ну, мы можем сказать, значит, что даже в точности равна, потому что это вероятность не того, что она равна, а того, что существует такой t со звездой. Вот эта запись абсолютно корректна в этом случае. Будет равна s0 плюс дельта. Вот это вот уже намного более интересный вопрос. И мы бы его сейчас поисследовали, но как, вот 21 час мы заканчиваем, или мы все-таки эту задачу решим? Я бы ее хотел решить. Давайте. Сколько еще времени осталось? Ну, минут 10 нам нужно на ее решение. Ну, наверное, тогда можно продолжить. Вот это будет действительно интересно. Значит, фактически мы введем еще один случайный процесс, который представляет собой максимум нашего брауновского движения. Давайте я обозначу за mt максимум по s от 0 до t нашего WS. То есть фактически, и мы вначале решим чуть-чуть другую задачу, значит, мы построим функцию распределения, давайте построим функцию распределения вот этого вот процесса MT.
Значит, пусть у меня f большое t, это вероятность того, что mt меньше либо равно x. Кстати, замечу, что ну, в данном случае, естественно, мы говорим, что x должно быть больше нуля, потому что m0 уже равно нулю. С вероятностью единицы. Заметьте, что в русскоязычной нотации обычно функции распределения являются непрерывными справа, а в англоязычной – непрерывными слева. Видите, меньше либо равно x. В русскоязычной литературе обычно по определению было бы строго меньше x, но я использую англоязычную нотацию. Окей? Вот что мы делаем сейчас? Мы пытаемся получить... да, естественно, это функция от x. Мы пытаемся получить нашу функцию от функции ft от x. Просто распределение максимума Браунского движения. Это стандартная задача, которую дают решать на интервью в инвестиционные банки. Процесс интервью в инвестиционные банки – это экзамен с задачами. Вот одна из таких задач. Давайте мы ее попробуем решить. Она решается довольно легко, и при этом мы устанавливаем метод, который называется методом зеркальных отображений. Итак, вот наш процесс, наше браунское движение. Окей. Вот, значит, некоторое значение x, и нас интересует максимум данного процесса, превысил или не превысил данное значение x. Ну, что будем делать? Давайте. Ну, вообще, есть теорема Бешелье, которая это прям явно где выводится, но чтобы если аккуратно вводить, там нужно много чего доказывать. Сначала нужно доказать с отражениями, а потом еще нужно некую выкладку сделать. Вот эта выкладка у нас сейчас с вами в две строчки будет. Смотрите. Зафиксируем какой-то момент времени t. Так? Давайте скажем, что мы можем сказать про распределение нашего wt безусловного в этот момент времени t. Ну, то и можем сказать. Значит, вот у нас есть wt, и у него есть функция распределения, то есть вероятность того, что WT будет меньше x, меньше либо равно x. Мы уже знаем, что это такое. Это будет наша, ну, собственно говоря, это наша кумулятивная функция распределения, да, для данного процесса. То есть, ну, скажите мне, пожалуйста, что же это будет? Фай от... Фай от x делить на корень из t. Фай от x, деленное на корень из t. Абсолютно верно. Это безусловное распределение. А теперь мы рассмотрим полную группу событий. Значит, рассмотрим два случая. Это с одной стороны так. С другой стороны, давайте рассмотрим полную группу событий. То есть вероятность того, что wt меньше либо равно x при условии, что максимум процесса до этого был меньше либо равен x умножить на вероятность того, что максимум процесса был меньше либо равен x плюс вероятность того же самого wt меньше либо равно x, но при условии, что максимум процесса был больше x. Умножить на вероятность того, что максимум был больше x. Ну, или то же самое, что... Окей, это вероятность того, что mt меньше либо равно x, это и есть наша неизвестная величина ft от x, правильно? Вот она. Вот что нам нужно. Здесь, наоборот, это единица минус ft от x. Так? Теперь...
чему равна вероятность того, что WT меньше либо равен X, если максимум был меньше либо равен X? Единица. Единица. Если процесс за все это время не добрался до X, то что? Там случайно звук включился у кого-то. Значит, единица. А чему равна вероятность того, что наша величина, вот здесь зеркальность как раз срабатывает, меньше либо равна x, если максимум был больше x? Смотрите, если максимум был больше x, значит, процесс в какой-то точке до этого, вот в какой-то момент t, пересек x. Пересек линию уровня x, да? Значит, какова вероятность того, что вот мы, теперь мы используем вот эту вот информацию из фильтрации FS? Процесс в какой-то момент дошел до точки X, мы это точно знаем. Какова теперь вероятность того, что он будет больше X в больший момент времени T? Все, мы можем рассматривать вот это как новую стартовую точку. Мы знаем, что процесс был здесь. Какова вероятность того, что он и при t больше s окажется там меньше x? А, стоп, у нас сейчас точка, у нас же сейчас точка не зафиксирована, у нас она случайная. Мы просто знаем ее наличие. Она какая-то. Мы знаем, ну, что можно ввести момент марковский, чтобы это все рассчитать. Вот процесс брауновское движение мы точно знаем, потому что это условная вероятность. Значит, у нас mt больше x. Это означает, что в какой-то момент S меньше T, значит, мы знаем, что в какой, что существует S меньше T, такой, что мы были уже в точке S. WS было равно X. Вот что фактически это значит. Вот при этом условии какова вероятность того, что и в точке T мы были меньше либо равно X? 1/2. Вот подумайте об этом. Все, вот эту точку можно рассматривать как новую точку старта нашего процесса. Если у нас есть эта информация, то теперь при наличии этой информации процесс зеркально отражается относительно уровня X. Потому что в момент S он на этом уровне был. Ну все, задача решена. Отсюда у нас получается FT от X плюс 1/2 на единице минус FT от X. То есть 1/2 FT от X плюс 1/2. Отсюда, а эта величина нам известна, отсюда FT от X равно 2 фай от x, деленное на корень из t, минус единица. Мы получили с вами функцию распределения максимума брауновского движения. Естественно, когда x равно нулю, здесь у нас x будет только больше либо равно нулю. Когда x равно нулю, у нас фай от нуля, естественно, 1/2, и вероятность оказывается равной нулю. Когда x, естественно, потому что вероятность того, что максимум будет меньше либо равен нулю, равна нулю. А когда x стремится к бесконечности, вероятность также стремится к единице. Вот наша задача решена. Отсюда вы можете уже рассчитать, допустим, вероятность получения той или иной прибыли при условии, что мы имеем право нашу акцию продать до истечения какого-то заданного момента времени. Посчитайте в качестве домашнего задания. Ну вот я уложился в 10 минут. Очень хорошо. Так, ну что, все поняли. Вот это важный пример. На интервью в Инвестбанке будут спрашивать именно это. Ну, хорошо. Значит, таким образом, Леониду огромный респект за очень квалифицированное приобщение
сказать, к такой высокой науке. Так, ну что, значит, у нас несколько моментов, да, во-первых, определить, как мы дальше будем. А, я, мнение Михаила Васильевича еще, Михаил Васильевич, извините меня, у вас, если есть что прокомментировать. Ну, я 2-3 слова могу сказать. Да. Ну, вот Леонид Альбертович, он не педантичный математик, а его оппонент, это, кажется, докладчик наш, да, обращал внимание, что здесь есть некие неприятные тонкости, которые называются марксский момент. Поэтому если бы рассказывать так более-менее аккуратно, то лучше бы перейти, вернуться к этой задаче с симметричным блужданием. Там, так сказать, на первых страницах любого учебника вы прочитаете слова принципа отражения, получите формулу, аналогичную только для случайного блуждания, а потом, как это наш докладчик делал, сказать, ну а теперь давайте перейдем к пределу, у нас есть ЦПТ, и получим вот это выражение. Это, пожалуй, одно замечание. А второе, как вот тут Леонид Альбертович в какой-то момент сильно вздохнул, когда там одну вторую некоторые слушатели не захотели ему выдать. Ну, вот я не знаю, будет ли в дальнейшем финансовой математике, которая нам здесь будет преподноситься, произноситься слова «марковские процессы». Конечно. Если будут, то все-таки хорошо бы вот маленькие какие-то сделать вставочки, поскольку Леонид Альбертович обратил внимание на то, что важно такое физическое ощущение того, что здесь вычисляется, чтобы оно вырабатывалось. Ну и вот какие-нибудь, может быть, элементарные примерчики, которые бы показывали, что, собственно говоря, мы-то работаем сейчас с броуновским движением, а вообще-то то, о чем мы говорим, это есть процессы без последействия. Будущее процесса определяется только в настоящем. Вот, может быть, последующие докладчики могут на этом стоит немножко сказать для пользы слушателей, которые в теории вероятности не изощрены. Мы в следующий раз будем рассматривать уже интеграл Ита Дёблина и стохастические дифференциальные уравнения. Мы в целом скажем, что при достаточно общих условиях решение стохастического дифференциального уравнения будет представлять собой марковский процесс, и будем использовать это свойство достаточно широко. Вот здесь мы действительно использовали марковское свойство таким образом, что как неформально абсолютно, да, я отметил с самого начала, это то, что значение, что вся информация, которая у нас содержится в фильтрации FS, это на самом деле просто значение нашего процесса в момент времени S. Вся предыдущая история не играет никакой роли. Никакого последействия у этой истории нет. Единственное, что есть, это последнее наблюдаемое значение нашего процесса. Угу. Ну, понятно. Марковость есть, и все хорошо. Так, все, Михаил Васильевич. Нет никаких возражений. Хорошо. Ну все, значит, таким образом. Доклад мы завершаем. Но два момента, да, значит, понять, что у нас дальше будет, и, собственно, формирование задач для каждого студента. Ну, Леонид, у вас есть предложение по первому вопросу? По первому, да, конечно. В следующий раз глава 4, интеграл Ита Дёблина и основы стохастических дифференциальных уравнений. А кто рассказывает? Ну, я могу рассказать про это. Пожалуйста. Ты этим занимался раньше, да? Ну, я этим вообще увлекся летом, занимался и сейчас продолжаю. Так, ну тогда надо согласовать точно какую тебе часть книги, Леонид. Вы точно можете назвать главу? Глава 4. Глава 4. Книга вот эта вот. Это было название. Стохастическая теория финансов, или как она называется? Я бы еще, конечно, бы
хотел бы с нами порешать определенные финансовые задачи. Давайте я одну задачу сформулирую сейчас. Подумать на дом. Да, действительно, да. И можно сразу несколько итог, скажем. Давай, чтобы да. Две задачи. Значит, опять же, кстати, я действительно должен сказать, что все-таки, вот именно рассказывая финансовую математику, я рассказываю ее как прикладной математик, а не как чистый математик. Разница огромная. То есть у меня основная задача – это просто, чтобы у нас формировалось такое больше физическое или финансовая интуиция относительно моделей и процессов, которые мы можем в данном случае использовать. Вот предположим, что опять мы торгуем нашими акциями, покупаем и продаем. И мы делаем следующее. Значит, вот у нас есть цена, опять же, и модель для нашей цены, опять же, ST равна сигма WT, плюс S0 в начале. Мы купили нашу акцию по цене S0. И теперь мы делаем так. Мы ждем, когда ее цена в какой-то момент достигнет S0 плюс A, и в этом случае ее продаем, и, естественно, мы ее в этом случае продаем с прибылью A. Но у нас есть стоп-лосс. Если цена акции пошла вниз, и мы отмечаем еще один уровень S0 минус B, такое может быть, вот она взяла и пошла вниз. Как только она достигает S0 минус B, мы ее тоже продаем, но в этом случае у нас убыток получается равный B. Два вопроса. Первое. Считаем, что A и B заданы. Давайте посчитаем... Это задача, на самом деле, о разорении игрока. То есть мы считаем, что если мы ее продали с убытком в B, то мы разорились, и больше мы уже ничего сделать не можем. Значит, какова вероятность того, что все-таки мы ее продаем с прибылью A? То есть... мы вводим первое время пересечения, то есть, строго говоря, пусть у нас TA – это первый момент времени, вы потом можете формализовать, что это значит, когда STA стало, вообще говоря, мы можем сказать, равно S0 плюс A, и у нас есть TB, это опять же first time, когда STB стало равно S0 минус B. Или мы попали сюда, или мы попали сюда. Меня интересует вероятность того, что все-таки мы вначале попали в A, то есть TA меньше, чем TB. Посчитать вот эту вероятность. И второе. При данной стратегии, когда мы продаем акцию, опять же, при достижении или S0 плюс A, или S0 минус B, посчитать математическое ожидание нашего дохода. Ну, а что такое доход, нужно сформулировать. Значит, опять же, в зависимости от нашего события, это величина, которая равна или S, то есть, давайте обозначим, значит, пусть у нас профит нужно посчитать, где профит равно A, если TA меньше, чем TB, и, соответственно, минус B, если TA оказывается больше, чем TB, и мы вначале нарвались на стоп-лосс. Вот очень бы хотелось, чтобы к следующему разу мы решили бы, во-первых, эту задачу, и более сложную задачу, но ту я бы, наверное, если никто не решит, разобрал в следующий раз. То же самое, но для другого процесса. Брауновское движение с трендом, когда ST равно μT плюс сигма WT плюс S0. Это намного более сложный процесс, потому что у него есть еще и линейный тренд. Вот этот вот μT. Что делать в этом случае?
Вот эта задача довольно простая. Задача с трендом гораздо менее простая. Если кто-то хочет подготовить решение и выступить, то давайте сделаем. Так, хорошо. Значит, это абсолютно реальные задачи, которые возникают в, допустим, алгоритмической торговле. Леонид Альбертович, а там нельзя эту меру поменять так, чтобы... Вы знаете, это один из подходов. Можно, но это не очень честный прием, потому что все-таки вероятности, которые нас здесь интересуют, они в реальной мере, вот в той, в которой мы наблюдаем наш случайный процесс. Поменяв вероятностную меру, мы, конечно, получим легко ответ, ну, вы имеете в виду именно вот здесь, где у нас есть дрифт или тренд, мюти. Да-да, а пересчитывать обратно сложно? А, можно. И, в общем-то, метод, который мы здесь применяем, он имеет форму очень-очень-очень похожую на замену меры. Мы, ну, подсказка. Мы хотим найти некоторую функцию от данного случайного процесса, которая будет мартингалом. Вот ST здесь — это мартингал. ST во втором случае не мартингал. Но давайте мы рассмотрим вот такой процесс. Ладно, подсказка. XT как экспонента от лямбда ST плюс там какая-то альфа. И как подобрать лямбду и альфу удобным для нас образом, чтобы это был мартингал. Вот такие задачи. Если вторую задачу никто не решит, мы ее разберем в начале следующего семинара. А во второй задаче точно такие же вопросы, да? Точно такие же вопросы, да. Для этого необходимо сначала решить первую задачу. Она довольно легко решается. Ну, все, да. Еще по первой задаче подсказка. Давайте мы за Т со звездой обозначим время, когда произойдет одно из этих двух событий. То есть в момент Т со звездой или произошло пересечение верхней границы, или нижней. Мы только не знаем чего. Кстати, на бесконечности у нас бароновское движение как себя ведет? С вероятностью единица каждый путь брауновского движения при Т, стремящемся к бесконечности, или стремится к плюс бесконечности, или стремится к минус бесконечности. Только с вероятностью 0 брауновское движение на бесконечности локализовано между любыми двумя конечными границами. Поэтому мы можем сказать, что с вероятностью единица это событие, когда мы пересекаем или S0 плюс A, или S0 минус B, произойдет. Поэтому мы можем сказать, пусть Т со звездой есть такой момент времени. Этот момент времени существует с вероятностью единицы. Мы только не знаем, что произошло. Или Т со звездой равно T, и мы пересекли верхнюю границу. Или Т со звездой равно TB, и мы пересекли нижнюю границу. Если мы не знаем, то вот исходя из той задачи, которую мы уже рассмотрели, какая идея возникает? Что мы делали в задаче о нахождении функции распределения максимума? Вот это у нас что? Вы имеете в виду условную вероятность? Да. А когда у нас вот так записана вероятность события через две условные вероятности, это что такое? Это полная группа событий. Полная группа событий. Partitioning, правильно? Ну вот и здесь надо рассмотреть полную группу событий. Одно событие, то, что t со звездой равно ta, то есть мы пересекли верхнюю границу. Второе, что t со звездой равно tb, мы пересекли нижнюю границу. Окей? Пожалуйста, доделайте.
В случае с трендом сложнее. Можем обсудить в следующий раз. И вот эта модель, когда у нас брауновское движение с трендом, это уже на небольших интервалах времени, локально, вполне реалистическая модель финансовой математики. Как вы видите, здесь возникают довольно интересные результаты. Да, и вот распределение максимума-то мы здесь получили. Можно еще из распределения максимума получить, наоборот, распределение t, где t – время первого пересечения границы x. Можете получить. Вот такие задачи я предложил. Давайте подумаем на них до следующего раза. Ну что, сейчас остался вопрос о конкретных темах, да? Нет, конкретная тема следующая – это интегралы Тедёблина. Да нет, я имею в виду темы для курсовых работ. Да, темы для курсовых работ. Значит, давайте мы, во-первых, определим точно, сколько у нас участников курсовых работ, которые точно будут делать курсовые работы по финансовой математике. 7, 8, 9, 10, ну, человек 15. Так, они у нас все здесь присутствуют? Один экзамен пересдает, остальные все. Так, господа, вы хотели какие-то у меня вопросы выяснить, да? Кто у нас известен под псевдонимом Роберт? Да, я здесь. А вы действительно Роберт? Да, действительно. А, извините, да, значит, это не псевдоним. Окей. Вот давайте я готов ответить на ваши вопросы. А что вы хотели узнать о распределении задач? О распределении задач в смысле тех тем или разделов, которые вы скидывали? Да, значит, сначала я написал, что там было 8, это именно что разделов, очень общих, то есть там были задачи, связанные с машинным обучением, и задачи, связанные с оценкой волатильности. Вот, например, сигма, которая у нас здесь фигурирует, это и есть волатильность. Ее на самом деле никто не знает, она никем не дана. Ее нужно оценивать, наоборот, статистически, исходя из реальных данных. Она сама не является постоянной величиной, только в нашей вот здесь с вами простейшей модели у нас коэффициент сигма при браунском движении постоянный. Вообще говоря, нет. Нужно ее оценивать, нужно определять ситуации, когда она, может быть, испытывает скачки, когда меняется режим рынка и так далее. Это целый класс задач. Вот те пункты 1.8, которые я написал еще в там, конце августа, на самом деле это просто общая картина, а более детально можно ориентироваться и хорошо бы ориентироваться на презентацию, которую Давид сделал в прошлый раз. Там гораздо более детально расписаны классы задач. Поэтому я рекомендую, чтобы вначале, кто хочет заниматься курсовыми работами, заглянул бы туда и брал бы задачи оттуда. От этого двойное преимущество, потому что во-первых, это хорошая курсовая работа, это реальная, значимая, полезная задача в финансовой индустрии. И во-вторых, если вы будете заниматься этой задачей и плюс еще успешно пройдете интервью в T-Digital, то вы можете еще и работать в T-Digital. И в будущем иметь возможность там работать на постоянной основе. Опять же, при условии, что все произошло успешно. Поэтому я рекомендую задачи брать оттуда. Эта презентация у всех есть, все ее видели. Да. Давайте мы сделаем так. Вот посмотрите еще раз, все, кто хотят заниматься курсовыми работами из области финансовой математики, вначале посмотрите на задачи из презентации и связывайтесь со мной и или Давидом, если вы какую-то из этих задач хотите взять. Хорошо. Если потом эти задачи разобраны, или вы хотите взять какие-то другие задачи, очень хорошо, тогда можно взять другие задачи. Но вначале мы рассмотрим задачи оттуда.
А это касается каждого из 8 разделов или только про модели волатильности? Мои 8 разделов более или менее соответствуют презентации. Можно выбрать задачу для курсовой работы из любого раздела. Да, задачу можно взять из любого раздела. Но все это в презентации имеется. Что-что? Это все в презентации имеется. Это все в презентации имеется, да. Ну, хорошо. Может быть, у меня там в одном из моих разделов, там, кажется, были тепловые ядра, которых в презентации нет. Ну, кто хочет, может взять тепловые ядра. Но давайте так, сначала разберем задачи из презентации, а потом все остальные. Хорошо. Я предлагаю еще раз посмотреть и к следующему разу уже определиться. А если есть какие-то вопросы, нужны советы и так далее, то в любое время связываться там со мной можно написать, можно Давиду написать, и мы постараемся ответить и подсказать. Я хочу добавить пару слов, что как раз сейчас мы с ребятами, да, которые ко мне обращались, обсуждаем способы оценки волатильности и как раз начинаем с того, что просто осваиваем словарь, да, осваиваем хотя бы набор методов, хотя бы как они звучат, как можно оценить волатильность, там, range-based волатильности, там, косвенные способы и так далее. И то есть мы начинаем с того, что просто чуть глубже входим в предметную область и осваиваем словарь. А все остальные методы, там, по машинному обучению, там, альфа-генерации и так далее, это, наверное, уже для тех, кто захочет переходить на следующие, реализовать следующие шаги, да, так чтобы, потому что в любом случае нам очень сложно будет, допустим, оценивать волатильность нейронными сетями, если мы пока еще не знаем, что такое волатильность. То есть начинаем совместную работу мы с каких-то простых вещей, да, очень в духе того, о чем сейчас рассказал Леонид Альбертович. И, кстати, очень важная вещь, о которой, ну, в общем-то, мы всегда предупреждали, и я хотел бы предупредить еще раз. Методы машинного обучения — это не волшебная палочка, которую можно махнуть, и они нам сделают все, что угодно. Методы машинного обучения на самом деле опираются на, в значительной степени опираются как раз на методы математической статистики. И многие, если не там почти все из них, имеет статистическую интерпретацию. Поэтому то, что вот мы сейчас здесь делаем в стохастической финансовой математике, очень важно для того, чтобы мы могли после этого грамотно применять методы машинного обучения тоже. Обратите внимание, что очень многие наши функции, которые мы здесь сейчас используем, это на самом деле, вот то, что мы видели, это композиция функции, представляющей собой функцию распределения стандартной нормальной величины. Вот, например, как у нас здесь входит корень квадратный из времени, а он у нас в знаменателе, phi от x, деленный на корень квадратный из t. Это означает, что он будет возникать в знаменателе перед квадратным корнем. Значит, во-первых, эта функция сама по себе просто является не элементарной. Если мы вместо нее рассмотрим плотность, то там время возникает и перед экспонентой, и внутри экспоненты. Сигма точно так же возникает в множителе перед экспонентой и возникает в знаменателе внутри экспонента. Предположим, что мы пытаемся каким-то образом, значит, построить, ну, условно говоря, там, нейронную сеть, которая там каким-то образом оценивает эту сигму. Да у нас ничего не получится, потому что в громадном большинстве случаев передаточные функции нейронных сетей, ну, для тех, кто знаком уже с нейронными сетями, это абсолютно гладкие функции. А сейчас, извините, пожалуйста.
Да, прошу меня извинить. То есть зависимость от сигмы, например, когда сигма стремится к нулю, мы опять получаем дельта-функцию. Как мы можем с помощью нейронных сетей моделировать, которые представляют собой всюду гладкие, бесконечно дифференцируемые даже передаточные функции, как мы можем моделировать функцию, которая в пределе при сигма, стремящемся к нулю, вообще вырождается в дельта-функцию? Не можем. Поэтому мы должны вначале понимать статистическую сущность явления, и только потом мы уже сможем правильно, грамотно применить к тем или иным аспектам нашей задачи методы машинного обучения. Олег Тадеевич, а сглаживать нельзя вот эти задачи? Можно, но не везде. Вот очень серьезная задача, которая возникает на практике. Предположим, что у нас модель состоит из многих брауновских движений, а точнее стохастических дифференциальных уравнений, которые имеют эти брауновские движения в качестве своих стохастических факторов, или, как мы говорим в финансах, риск-факторов. И предположим, что нас интересует одномерная или даже совместная многомерная плотность данного процесса при небольших интервалах времени. И вот у нас квадратный корень из времени в знаменателе. Там все равно будет что-то в этом роде. Только вместо плотности стандартного нормального распределения будут другие функции. Мы их никак не сгладим. Абсолютно никак, потому что в малом это дельта-функции, это иглы. Ну, совсем на физическом уровне. Когда вы говорили о дельта-функциях, я тут вспомнил, что когда я был еще студентом, модное, это было очень модное направление, и его математики преобразовали от Дирака, преобразовали в так называемую теорию обобщенных функций. Ну, а если, собственно, коротко говорить, то нам сама по себе дельта-функция не очень нужна, потому что она появляется в интегралах. И поэтому нам, может быть, не так интересно, как она себя ведет, а интересно, что получится от интеграла, где там эта функция стоит под знаком интеграла. Вы знаете, Поэтому вопрос такой. Вот говорите о моделировании нейронных сетей и объясняете, что вот из-за вот такой нерегулярности мы, так сказать, имеем затруднения. А тогда вопрос. А может быть, нам уже нужно на выход этой нейронной сети смотреть? А вот эти вот локальные неоднородности или какие-то неприятности, может быть, их как-то можно проигнорировать? Я это все говорю при полном непонимании, что такое нейронная сеть. Нейронная сеть – это просто, скажем так, бесконечно дифференцируемая передаточная функция, у которой есть какое-то количество входов и, допустим, там один или N выходов. И мы пытаемся ее использовать в качестве интерполятора. А это плохой интерполятор, если мы имеем функции, которые там, при малых значениях времени напоминают дельта-функции. К большому сожалению, гауссовские плотности с малой сигмой, то есть на самом деле, которые с вычислительной точки зрения очень так близко себя ведут к дельта-функциям, они встречаются не только в интегралах. Как только мы переходим к методу максимального правдоподобия, там эти плотности оказываются вне интегралов. Понятно. И с ними приходится что-то делать. Вот для такого рода задач решать оптимизационные задачи и, скажем там, интерполировать результаты нейронными сетями становится очень большой проблемой. Мы, может быть, потом это в больших деталях рассмотрим, но что бы я хотел сказать, это то, что мы именно должны очень четко понимать вначале статистическую и, собственно говоря, физическую природу явления, и только после этого смотреть, какие интерполяторы, где вообще говоря, являются допустимыми. То есть для функции в целом, если она при малых t ведет себя как дельта-функция, наверное, нейронная сеть – это очень плохой интерполятор. А если у нас действительно нейронная сеть – это, допустим, сама сигма, которая зависит еще от каких-то параметров, это может быть. Но внешняя функция в таком случае – это будет наша гауссовская плотность.
А скажите, пожалуйста, Леонид Эдуардович, ведь так ли много задач, где нам интересна сама передаточная функция, а не результат ее применения к входу? Дело в том, что да, нам в том-то и дело, что очень часто нужна эта передаточная функция. Задача машинного обучения как раз заключается в том, чтобы найти эту передаточную функцию. У нас есть обучение с подкреплением. У нас есть просто обучение с учителем, то есть supervised learning. И у нас есть какое-то количество входов и какое-то количество выходов. Задача заключается в том, чтобы построить, грубо говоря, интерполятор. Чтобы после этого, или экстраполятор, чтобы после этого можно было применить эту передаточную функцию к новым, заранее неизвестным входам и получить какие-то разумные выходы. В этом случае они будут предсказаниями. Но при этом мы должны четко совершенно понимать, каков характер этой передаточной функции. Если мы знаем, что она при каких-то условиях ведет себя как дельта-функция, а мы ее моделируем нейронной сетью, это плохо, ничего хорошего мы не получим. Понятно, спасибо. Спасибо вам. Леонид, наверное, пора заканчивать уже. Да, наверное. Давайте, значит, договорились мы, что все еще читают, читают еще раз вот задачи, да? Какой документ, это презентация Давида, да? И я выкладываю обе записи и прошлой недели, и этой в YouTube, и рассылаю всем ссылки. Ну что, тогда, значит, если вопросы напрямую, можно связываться и с Давидом, и с Леонидом Альбертовичем. Ну что, ну все, заканчиваем. Спасибо. Да. Всем спасибо за участие. Спасибо всем. Да, желаю, так сказать, поскорее определиться с задачей. Все, до свидания. До свидания. Спасибо, до свидания.